Dios mío, abríganle, Ребят, еще раз всем привет. Как вы заметили, уже на улице перед Национальным драматическим театром идет репетиция к завтрашнему дню, к празднику, международному празднику Дню защиты детей. Сейчас мы направляемся в зал, где проходит репетиция. Угу. И вот одна из актеров... А для чего мы вообще туда идем? Мы идем туда, чтобы посмотреть, как проходят репетиции, подготовка к завтрашнему дню. Зачем нам это нужно? Зачем нам же нужны другие совсем вещи. Наверное, с какие-то лады пообщаться с людьми. Ну вот. Сейчас мы сначала посмотрим на них, потому что они заняты, а после чего мы будем с ними общаться. Не могу найти его. А он не уехал разве? Ну, здесь говорят его, там видели, тут видели. Может, в буфете, единственное, что могу посоветовать. Только там можно. Через тарелки. Угу. Это ваша личная гримерка? Да. Нет? Я тут в гостях. Тут потому что диван удобный. Да? Да? Становитесь артистами, будут вас кормить бесплатно.